Всем привет! С вами Канихейл 63 и SNAK Spine. Snake Spine. И мы продолжаем проходить игру под названием Resident Evil 5 в коопе. И вот первая эмблема BSA. Ну что ж, будем искать сундуки и прочее. Да, фигню эту. Так, что у нас там по заданию? По заданию? Ну, как бы... Сейчас мы должны были бы найти Гуфа и убить его, если я не ошибаюсь. А можно, кстати, тут камеры смотреть. А ну, прочитать, что там Крис скажет. У меня Шер говорит, это десантный джип, не заводится, так что нам... Похоже, раздолбан. Мотор не заводится. Ты собрал наверху тут сокровища? Нет, еще. А сейчас собрал. Денежки пригодятся. Ага. Да, мы, кстати, проходим на профи. Если чё. Извините, зрители, но... Ну, давай, нажимай В. Немножко они, конечно, нафейлили с этими положениями. Ну да. Да, красиво тут. Да, красотища. Если у вас игра на DirectX 10, то еще красивее. Ага. Так. Ну мы как бы с 10 DirectX пишем, так что... Не паримся. Да. Гуфрип, пацаны. Опа, один пролетел. Качат. Так. О, туда можно не идти, не обязательно. Так, тут меня обнять хотели. Щито? Обнять, говорю, Шеву хотели. Может отыметь? Не знаю. Так, тут собачки у нас. Тузик, Бобик, Шорма. Я его раскобасил вообще конкретно. Я говорил, что собак шаурмой кормить нельзя. Угу. Вечно эти педофилы челябинские что-то не так сделают. Так. Тут еще у нас один Маджини. Суровый челябинский гопник. Он отправился в иной мир. Может там ему будет лучше. Ну что, покажем, как отбить стрелу или не будем рисковать? Не, на профи не делать этого лучше. Да-да. А то мало ли еще нафейлим. Вообще этот ачивмент на реакцию как бы. О, ЧВ, ЧВ! Ага. ЧВ рип. А? Так, разбиваем, да? Ага. Так, и тут у нас еще собака. Где Шорма? Шорма наверху, вот она. А! Твою дивизию. Все. Отправилась она на мир. Фрип. И этот чувак тоже ритмус. Может это и был Гуф? Хотя нет, мы его должны поймать. И еще один фейл. Разрабы такие, разрабы. Да, японцы все-таки. Не забывайте, с кем мы дело имеем. И произноси прямо это слово. Так, кто прыгнет? Гуф. Смотри, не нафейли. Окей. Окай. А, педомишка. Все, слава богу. А то у меня что-то первый раз, так как я прыгаю, вечно я фейлю на этом моменте. Ой, огонь, я спасай. Видел, как сложно? Нет, блин, я слоупок, я все пропустил. Давай еще раз. Миша, давай по новой. Все херня. Минус одна хилка. Может... Но это ничего страшного, на самом деле.
Ой-ой-ой. Видел, какую? Это нечто. Ага. Как курица бегит. Петушара вонючая. Кидается она на меня, еще слышу, что... Дорогие зрители, если вы отрубали когда-нибудь голову курицы, то, думаю, знаете, что она 2 секунды еще без головы может бегать. Так что... Да, и тут у нас вторая эмблема по счету. Ты или я собьешь? Давай. Давай. Да блин. Валера чуть-чуть косой. Ага. Я немножко не в состоянии сейчас. Ну и нафиг. А я знаю. Ты же голодные собаки все-таки. Шаурма, это, однако. Это ж Африка. Это ж Челябинск, ёпта. И это моя фраза. Да. Где здесь суровый челябинский гуф? Так, собираем здесь сокровища и двигаемся дальше. А тут патроны, которые нам нафиг не нужны. Угу. Прикинь, с кончаемыми патронами тут пройти. Там можно пройти, а не сложно как-то. Не, ну если что, будем да, следующую запиливать, так, да? Здесь у нас сапфир. Ой, прикинь, я тупанул, я без карты шел. Да я без карты играю. Холочь. Не, ну, тебе проще немного. Игра уже не один раз пройдена. А я хоть 20 раз ее пройду, все равно люблю по карте идти. Такой человек. Ну, ломай дверь. О, выпиливай. Сейчас шаурмы вроде не должно быть. Да, тут крыска, у меня деньги, кстати. Ага, нас наебали. Стоп, чего я парюсь? На бойце, я тебе говорю, у них есть деньги. Да ладно. Ладно, юг с ними. Да. И тут у нас, правильно, тут у нас... Тут у нас хилка. Хилка? Не, не слышал. Также можно сходить в воду, пособирать сокровища. Опа! Так. Тут у нас... И... Она так там, интересно наклоняется. Ну да. Красиво, чё? Смотри, как бы не застудило. Здесь у нас третья эмблема. Давай покажем зрителям. Вот там она. Вон там в углу. Да. Разрабы решили нас потроллить. Ну можно и так даже. Че паримся на? Это ж Челябинск. Тихо-тихо. Так, и ключ. Опа. Сейчас к нам должен еще прийти ЧВ. Ну что, пошли на крышу, что ли? О, блин, спасибо. Да не за что. Мы ж партнер. Это не намекай. Ой, говнарь летучий. Ну да. Потлатый, говнарь. Потлатый, унылый. Я вас с корешами всех порешаю. Нахрена с корешами? С копчиком. Влад Борщ. Влад Борщ, копирайт. О, говнарь. Ой, говнарь. А, высокодетализированный нигра. О, кстати, гранатка есть. Ола. Пошли. Не будем сундук здесь шмонать. Так, гранату тратить тут. Пошли. Граната нам пригодится еще. Ага, ну пошли тогда. Так, у меня тут был маленький саботажик. Саботажик не удался. Так что продолжаем запись. Так красиво. Деньги. Тут игра вся красивая. Ты немного меня не понял.
Ну, просто туда, куда ты смотришь, лучше всего удалось разработчикам. Сколько лет, говоришь, вы разрабатывали, а? 4. Ну, теперь я понял, что у них это лучше всего вышло. Видимо, им нечего было делать, да? Так, вот наша поддержка. Кстати, поддержка немного фейловая. Да. В Африке и так же. Хедшот. А вон там еще чувак. Где? Так, и тут еще у нас одна эмблема. Поднимаемся наверх. Не забывай, что запись на мне. Не забываю. Просто я комментирую. Так, где тут наши высокодетализованные? Вон там. Да блин, плавает прицел. Все. Окей. Косячок, братиш. Выдвигаемся дальше. Подожди, сейчас смешаю косячок. Угу. ЧВ с Гуфом купили косячок. Гуф умер. ЧВ как бы намекает. Так, у тебя гранатка есть, да? Спасибо, Кэп. Можешь мне ее передать? Или, ладно, пусть будет у тебя. О, высокодетализированная нигра. Вот, опа. Видели, как он шмаляет вообще? Да. Каких они баранов набираются, да? Может, обычных задротов? Не знаю. Так, здесь у нас первая снайперская винтовка в игре. Вау. Но мы ее брать не будем. Нафиг она нужна? Бедная нигра. Да. Бедная флага. Заржалку берешь? Не, мне не нужна. Пригодится, говорю. Ладно. Давай, обменяемся. Давай. Проблем. Спасибо. Русская локализация такая смешная. Не знаю, непривычно. Стандартная английская мне. Или мне непривычно, я не знаю. Да, знаю, она немного фейловая, русская. Нет, я просто не привык, мне кажется. Я же долго на английской был. Я начинал с русской. Высокофейловые персонажи. Так, тут бегут по кокуле. One shot, one hit. No luck, just kill. Не, one shot, one kill, но no luck, just kill. Косячок деть некуда. Дай пофиг на него. Потом дулим. У меня аж 3 спрея, 1 хилка. 1 яйцо. Ой. Мэдисон, говорите? Ага. Это что, они так тонко намекают? А подкинешь меня? Ты нахрена? А давай. Или ладно, так. Лучше на профи вместе держаться. Так, сейчас нам главное не ходить. Да, сейчас надо добраться до сбитого вертолета нам по заданию. Как чувак по рации говорит. Я даже не помню, как его зовут, честно говоря. Тут такой сюжет интересный, что у нас просто не остается времени запомнить, как зовут. Сюжет банальный просто. Можно буковку Б уберу? Можно. Извини, но сюжет тогда станет просто анальным. Смотри, аккуратней. Чё пошли. Эти высокодетализованные нигры мне сделали? Пошли покажем, как можно подкидывать. Сейчас. Вот сюда бросаем гранату. А также еще тут на третьем этаже у нас имеется эмблемка BSA, последняя по счету на этом уровне. Пятая. Я пойду поищу. Сзади разворачивайся, да. Вон там она. Вон там. Вот там. Угу, да.
что там, травка у нас. Возьмем. Блин, у меня одна зеленая есть. Слушай, давай обменяемся, а? А, смысл? На спрей. Соберешь за зэшку. А, ну да. Давай, спасибо. Спасибо. Вот, из замка как не бывало, да? Угу. Так, можно было, кстати, без гранаты. Ой, ну, подобрал случайно патроны. Ты эту фигню подбираешь. По привычке уже. Так, тут у нас травка будет, если чё. Давай, возьму. Я коллекционирую её просто. Я буду на задворках раскуривать. И кто это у нас такой? Говнарь пицепилой. Вспоминается четвертая часть, деревня. О, да. Ой. Какие мы страшные, когда не накрашены. Ну, давай его отсюда завалим уже. Да подожди. Отойди. Кидай зажигалку, если что. Он уже мертв. Но он сейчас встанет, когда мы подберем ключ. Знаю. Блин, да мне тут эти гомики ко мне пристали. Смотри сзади там. Спасибо, меня тут чуть не покарали. Петушки тоже, блин. Меня тут серпом чуть по... Не ударили. У которых нет. У Шелла. Повернись. Да ко мне повернись. Эй, mm-hmm. По-моему, второй размер. А ты говоришь, нету. А я не про это имел. Не, ну... Как бы я намекал. Так, чё, грабим? Гапуем, чё. Давай, отжимаем всё. До последнего. Пустой? Ну, пошли. Гопник Крис, гопник Шелл. Нормально вообще. Это Челябинск, ёпта. Так. А вот здесь у нас будет мини-игра. Крутые у нас здесь будет. Ну что ж, Крису надо удовлетвориться. Подождите. Тут такая крутая у него началась. Жёсткая немецкая. Ладно, это видео будет на другом сайте, если чё. А, мы пока поиграем с нашими монстрами в педоигру. Да. И ролик. Роликс. Часы такие есть. За 228 евро. Специально у педобира. Неплохо сохранился, кстати, Кирк. Для жареного пацана. А это, как я не ошибаюсь, суровые челябинские комары? Это чё, у нас Half-Life чё ли там, помнишь? В Half-Life Valve любили ворон пускать. Это не вороны, это суровые челябинские комары. Москиты. Нет, это именно комары ещё. Давай, ворачивай. Вот фейл. Ну это фейл. Да. У меня кнопка что-то залипла. Ладно, это вырезаться не будет. Затрынделись. Ладно. Пропускаем. Угу. Давай. Ай, блин, зацепили. Смотрите, не на фейле, окей? Угу. Кровососы сталкера, да? Mm-hmm. Так, я уже подготовился. Пугает нас, пугает. Как я
и говорил, у Криса стали ноги. Нервы. Да, находится почему-то между ног. Ну, у каждого свое место. Хедшот. Монстр Кейл. Unstoppable. Ну это матрица. Как известно, Павел Дуров немножко успел поиграться. И... Godlike! Высокодетализированный нигер еще один. Терех трое. Ни хрена себе тут высокодетализированные нигры. ЧВМ? Это ЧВМ был похож. С одним таким мы вместе должны тут. А, кстати, этот нигра должен будет поиграть в пасьянс косынку. Чё ты умеешь там? Говорит, что научился пользоваться Windows Millennium Edition. Не, я прошел. Ну, она говорит, как бы... научилась. Он научил меня всему, что я умею. Как бы намекает. А он там нам... Давать выдал... патроны, что ли? Ага. И немного косить. Неплохой iPhone, да? Как-никак успел отжать у школьника. Фаб-контент. О! А вот и наш Павел Дуров. Только его мы увидели частично. Особняк похожий на контакт первой части. Вконтакте у Павла Дурова такой же особняк. Помнишь же, да, первую часть? Я помню, игрался. Еще. Я вот недавно проходил. Незабываемая игрушка. Так, да. И у нас закончилась глава. Угу. Мне дали C, а тебе А. А чё так? Потому что у меня точно слышишь. Ну, да, косил немного, косил. Ну, это не главное. Тут главное пройти и выжить. А. Ну что, думаю, закончить можно. Ну да. Ну что ж, с вами были... Кенни Хейла 63 и... SNK Spine. Всем до встречи. Ждем следующий выпуск.